народ, здорово, на связи Шамшурин. В Питере клевая солнечная погода, хотя и холодно до жути. Сегодня с утра прокатился на самокате, чуть не охерел, короче. Голову чуть не отморозил, свою рыжую светлую голову. Значит, смотрите, тема видео такая. Вчера сидел с моим товарищем Антоном в бане. И что-то мы разговорились про вот эти все там страх, не страх. Ну, короче... Тема следующая, что вот он говорит, я когда боялся подходить к девушкам, боялся знакомиться, у меня была такая штука в голове, что я себе каждый раз говорил, что вот сейчас прям последний подход, и все нормально, и меня отпустят там, или это будет моя любимая женщина. Вот сейчас последний подход, и будет все нормально. Или вот сейчас. Но эта штука не работала. То есть, и мы с ним вчера обсуждали следующую тему. То есть, нужно... Если у вас есть страх знакомства с девушкой, скажем так, страх коммуникации, страх подхода, который пока еще не прошел, вот, пока еще не прошел, то штука следующая, значит, я вам рекомендую сказать себе, вот, я должен сделать определенное количество подходов, и тогда меня отпустит, вот, тогда будет мне счастье, потому что это очень индивидуально, когда человека отпускает, иногда его отпускают через неделю, иногда через месяц, иногда через год, но так или иначе, поверьте мне, легкость, комфорт, счастье и радость, они есть. Просто у каждого это индивидуально, то есть через какое-то количество подходов, отказов, там, общений, свиданий и так далее, вас отпускает, и вы расслабляетесь. И уже потом практически не возвращаетесь назад, то есть регресс, если есть, то он такой незначительный. Вот. Вы себе говорите, например, то есть будьте реалистами, не надо говорить, что я сейчас 10 раз подойду, и меня отпустит, и меня вставят, все будет хорошо. Нет, так не будет. Например, скажите себе, я должен подойти 100 раз, 100 раз. Не меньше, да, то есть и после сотого подхода я перестану испытывать дискомфорт, страх, волнение, и меня отпустит, и все будет очень круто. И когда вы себе говорите, что вам надо сделать 100 раз, значит, что происходит? Вот эти все, там, 5, 6, 7, 10, 23 подход, вы их воспринимаете как такие технические вещи, как тренировку, просто как будто вы идете в зал, в качалку, или на муай-тай, или в бассейн, или куда-то еще. Вы к ним относитесь по-другому. Они для вас менее стрессовые, потому что вы знаете, что есть 100. Вы к этой цифре должны прийти. И что вполне нормально и очевидно, что 25-й подход, там, 35-й, 62-й, они не дают такого ощущения комфорта. И это нормально, это просто рабочий момент, это шаги, следующий шаг. Поэтому эта штука хорошо работает, ребят. Попробуйте ее сделать... То есть, еще раз резюмируем, если вам страшно знакомиться, страшно подходить, то что вы делаете? Вы говорите себе, мне нужно подойти и познакомиться 100 раз, и меня отпустят. И ко всем до этих 100 раз предыдущим вы относитесь просто как к обычным рабочим моментам, как к тренировке, которую нужно пройти и преодолеть. У вас поменяется отношение к этому. Если вам сыкотно подходить в первый, второй, в десятый, 23-й раз, и вы никак не можете в голове себе уложить, как это вообще так реально подойти и познакомиться со 100 девушками на улице. Как сегодня моя репетиторша по испанскому языку сказала, что... Говорит, конечно, когда подходит мужчина на улице знакомиться, нормальная женщина, скорее всего, ну, будет отказывать. Причем, может быть, уж не совсем конечно, но вначале она будет говорить нет-нет, потому что как так, ну, это я же нормальная женщина. Вот. Блин, а я даже и не думала, что мужчинам оказывается обидно и больно и неприятно. Блин, по ходу дела, да, когда им отказывают нормальные женщины, потому что для нормальной женщины, ну, как бы, как-то не камильфо якобы знакомиться на улице. Хотя я сказал, что я бы ее распечатал. Вот. То есть, как бы, она говорит, ну, мы-то отказываем не потому, что парень плохой, типа, там, или сопротивление какое-то оказываем, а потому что, типа, нам так некомфортно, типа, мы же не хотим себя считать шлюхами. А мужчина обижается, и поэтому он не делает дальше попытки. Короче, суть следующая. Ребята, если вы не можете самостоятельно оторвать свою жопу и заставить себя перешагнуть через этот страх, через эту невидимую стену, которая на самом деле только у вас в башке, и за ней будет вам счастье, пирожки, плюшки и алмазы, как говорит Макс Красочкин, алмазы, это как раз то слово.
Я вам предлагаю следующее. У меня есть охренительная новость, и она не совсем такая, скажем, ожидаемая мной самим. То есть 25 числа, 25 октября, 25, 26, 27, 28 у нас еще один поток, Вот, в этом году тренинга-практика. Почему? Потому что, опять же, была определенная группа из определенного количества людей, больше которого я не беру для того, чтобы качественно обучать. Чтобы нас хватило, нашего внимания хватило на всех, моего и моих помощников, моих тренеров. Вот. Но несколько человек, то есть там, честно сказать, 6 или 8, нет у меня сейчас в башке этой цифры, они не вписались, то есть на это количество людей больше захотело посетить этот тренинг. Мы не смогли их взять. И эти ребята очень сильно попросили, чтобы в следующий раз, как бы, давайте мы все-таки хотим, давайте для нас еще раз проведем. Поэтому, парни, неожиданно для себя самого все-таки на определенных условиях, что я не буду заниматься организацией этого тренинга, а только его проведением, я решил провести еще один поток. Для вас, мужики, это отличный шанс наконец-то преодолеть этот страх. Если вы не можете самостоятельно, преодолеть его вместе с нами. Я лично буду рука об руку ходить с вами и делать все эти практические задания, и вы поймете, что это ни хрена не так страшно, что это все было только в вашей голове. Парни, записаться вы можете, опять же, если хотите влезть в эту группу, под этим видео ссылочка, заходите, оставляйте заявку, с вами созвонятся, озвучат условия, проведут собеседование, если вы подходите по определенным критериям. Мы высылаем вам практику, теорию, вернее, на видео, вы ее смотрите, приходите 25 октября на практику. Такая вот фигня. А еще, ребятушки мои дорогие, кто досмотрел это видео до конца, для жителей Новосибирска я хочу в ноябре провести у вас там уикенд, практический тренинг, приехать туда. Что-то я ни разу не был в Новосибе, думаю, дай-ка съезжу, там женщины красивые, не знаю, и город красивый. Поэтому для Новосиба у меня будет в ближайшее время отдельная информация. Там будет какая-то мини-группа из, допустим, человек 5, чтобы я не разорвался, не лопнул. И лично я приеду проводить с вами тренинг. Все, парни, увидимся. Я надеюсь, эта информация, которую я сказал по поводу страха, подхода и самостоятельного преодоления, она вам зайдет, и вы все-таки, ну, оторвете свою жопу. То есть это так забавно выглядит, когда вы понимаете, что у вас есть какое-то суперзнание, супер навык, которым не обладают абсолютно 100% мужчин. То есть вы можете знакомиться, легко общаться с девушками, что, соответственно, дает свои результаты еще и в бизнесе, в нетворкинге, где угодно. Вот. А мимо проходящие мужчины просто оборачиваются вслед каким-то красивым ногам и ничего с этим не могут сделать. И это, как написал один чувак, ни разу не пропаганда блядства, потому что как вы найдете себе жену хорошую, которую вы выберете, а не на которую, которая на вас согласилась? Для того, чтобы найти себе классную, самую лучшую женщину, у вас должен быть, сука, навык знакомства, общения и подходов. Никак иначе. Если вы рассчитываете на чудо, то, в принципе, вообще в жизни ни хера не добьетесь, потому что, ну, это утопия ждать, что вот когда-то на меня свалится мешок с деньгами, когда-то меня возьмут на престижную работу, когда-то я пойду по улице и со мной сама познакомится красивая девушка. Ни хера такого не будет, чуваки. Чем быстрее вы отрезвеете в этом плане, в этом направлении, тем лучше. Если кто-то еще не подписан на меня в Инстаграме, ссылка на меня в Инстаграме тоже под этим видео. Подписывайтесь, я там буду выкладывать какие-то интересные текстовые посты, ну и какие-то фотки, опять же, из моей жизни. Все, увидимся, это был Шамшурин, пока.